Где ж табло? Что не показывает ничего? А? Да я знаю. Сейчас 4:54 у него на этом. 5 часов на этом. Неправильно у него сейчас. Ну, посмотрим. 6 часов уже. 6 сейчас? Да. Дорогие друзья, мы пьяные до поросячьего визга возвращаемся домой. На такси. Обычно. Только что уговаривал, уламывал нас Lexus. За 60 дирхам мы взяли обычную Toyota. Полтинник, да? 50-ку. Что-то он выключил. Счетчик, что бы это значило, не знаю. Ага. Включил 8 дирхам. Ты тут уже рядышком. Я же сказал, 20, ложимся в 20. В 20-ку ложимся. Он хотел сколько? На Lexus мы и так сегодня. Не, мы на джипах сегодня гоняем. Lexus хотел 60. Я думаю, в 20-ку уложимся. Да? Да. 8. 20-25. Давай 20-ку уложимся. Фу, дорогие друзья, напоминаю, 5 утра. Какое число? Хрен его знает, 6-е. 5-е, 6-е? С 5-го на 6-е. Угу. Ну, чтоб в Дубае, в пустыне так нажраться, бухла. Там, где сухой закон и алкоголь стоит, там, где есть лицензия, стоит безумных денег. И два щирих украинца одесситы нашли место, где мы напились хлам. Хлам. Блин, ну ты скажи, что реально $15 0.33. Ага. 0.33 пива, Хейнекен, $15. Ага. Я их выпил десяток только Хейнекена. Я уже молчу за этот вискарь, текилу, ром, блин, и шампанское. Ой-ой-ой. На камеру, пожалуйста, мистер. Мистер, на камеру. Ой, как с утра бубо будет, башка чувствую. Это у вас. Если ты столько выпил, ты потом неделю мучился этим самым, как он называется? Бадуном. Бадуном, да. Не, ну не бадун, а как? Похмелье. Похмелье. А здесь говорят... Фу, ну, утром, прикинь, на улице утром, 40, блядь, и ты херячишь с 50-градусные, блин, 40-градусные напитки. Да. Крепкие тут, еще, да, еще. У нас, по-моему, гораздо лайтовые. Ну, так они, у вас какие, все разбавлены на 50 раз. Скай просто, обжигаем. Ослиной мочой. О, армады уже, чу, так мы вообще уже рядом. Да, я же, может, даже 15 уже. Хорошо, да. Останется на завтра на похмел. Готов денежка. Так, вон армада, в которой мы жили. Так пожраться в Дубае, это надо умудриться. Сука, наверное, никто так не найдет. Нет, там вон какие-то драчки были там. Пьяные были, да. А что ж ты не заснял? Ну, они же, извините, не ведрами выпили, как мы. Они выпили по одному дринку. И на жаре погибли. Да, погибли. В неравном бою. А мы-то по ведру выпили каждого чего всего. Да они вообще слабаки. Я посмотрел. Если бы они выпили столько, как мы, это все, это уже этот, как его, морг. Но реанимация как минимум. Да. Это вообще бегом. Занимайтесь самолечением. Там такой махач был. А что ж ты не заснял, да? А я не успел, я побежал. Так два раза был. Такой махач был. Там бугаи такие, капец. Но эти самые, security такие, эти самые. Нежно, а какие не негры. И не бьют, не валят, не мордой об асфальт. Они просто со спины захватывают, блокируют руки и все. Меня как-то 7 человек били, блядь, одновременно. Я с ними бился, с 7 бухаями этими вот дебильными охранниками. О, наш отель. Да. Так, 5 утра. Вот здесь подбить. Они, вы представляете, друзья, охранники вышибалы улыбаются, блядь. Ну как же, покалечить клиента, ты че? Будешь, покажи, 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 покажи. Миллениум? Так, 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 так. Стоп, стоп. Опа, проскочили. Стоп, стоп. А, вот, вот. А, вот же мы выйдем. Да. Thank you. 15, Андрей. Дома, да. 11.50.
Сколько? 12? 11.50. А можно light, please? Light. Ага. Окей. Okay. Thank you. Welcome. Сейчас. А все для народа. В любое время года нам навстречу встает великая страна. Так добрый вечер. Привет, большого Бадуна. Папа-баба. Привет, большого Бадуна. Папа-баба. Привет, большого Бадуна. Папа-ра. Уа-пара-пара-папа-рай. Папа-ра-рай. Уа-пара-пара-папа-рай. Мы рады встрече, но если кто-то не здоров, так я отвечу, что мы без докторов болезни лечим бокалом доброго вина. Так добрый вечер, привет с большого Бадуна. Разносит по планете песни эти. Поет и белый, и чугун, и нет на свете прекрасней города Батут. Па-па-па-па-па. Так я точно не выдержу. И 20 очка все. 11 очков и 2 очка.